Итак, первые 20 минут ты работаешь над правой рукой. О чем мы говорили, что вот положил на подставку, делаешь разворот и играешь плоскость движений параллельно деке, перпендикулярно струнам. И работает исключительно кисть. Вот вниз, вверх движение, вниз, вверх. Не работает ни локоть, ни предплечье, ничего. Следующий блок из 20 минут ты играешь хаммеры и пулы. Обрати внимание на переходы, о чем мы говорили. Сначала переходит тот палец, который будет звучать первым. То есть переходит первый палец. Когда мы идем назад, допустим, эти пулы. И третий блок совмещаем правую и левую руки. Пока мы играем исключительно даунстроком, то бишь ударами вниз. Отрабатываем хроматическое движение ударами вниз или же даунстрок. Вот наша ручка, как мы говорили, работает. И левая рука. Не забывай про траекторию правой руки. То есть у нас делается удар и легато, хаммер и пул. Сдергивание вниз. Что мы делаем, это на нашу трель, которую мы играли, накладываем медиаторную атаку. Второе упражнение. То есть я играю восходящее движение, играю первым, третьим пальцами, нисходящее четвертым, вторым. Упражнение на чередование ударов вниз, даунстрока и переменного штриха. Используем аппликатуры квинт, интервалы. Рисунок.